Здравствуйте. Многие сталкивались с такой проблемой. Не запускается система Windows на компьютере. Сегодня попробуем разобраться, как устранить ее. Если у нас нет другого средства выйти в интернет и посмотреть видео на эту тему, то можно обратиться к другу за помощью. Наблюдаем весь процесс за системой, как показано здесь в этом видео. Как это бывает на деле или что-то подобное. Идет повторная попытка войти в систему и запустить ее. Но ничего не получается. И это может продолжаться постоянно, и ничего не изменится. Поэтому принимаем другие меры, которые помогут исправить ошибку запуска системы Windows. При повторном перезагрузке системы нажимаем клавишу Delete и удерживаем ее. Перед нами открылось вот такое окно. И теперь нажимаем клавишу F8. Вызываем команду «Устранение неполадок компьютера». Опускаемся ниже до вкладки «Последняя удачная конфигурация», «Дополнительно» и нажимаем на клавишу Enter. Идет перезагрузка системы Windows и ждем результата, который выдаст она. Все, система удачно запустилась и можно приступать к работе с приложениями или другим программным обеспечением. Если после этого браузер работает медленно или другие программы не так полноценно работают, как раньше, то делаем откат системе на заднее число, при котором мы уверены, что все полноценно работало. Всем желаю удачи! С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания!